Знаете, были сегодня несколько личных таких моментов во время встреч. Это была встреча сегодня с Ниной Фоминичной. Я когда в школе сказал, что еду в гости к Нине Фоминичне, все и родители, и учителя, и директор школы в этом плане меня очень как бы попросили передать привет этой замечательной, скромной женщине. Тоже с ней обсудили многие вопросы, но она так не по-детски, со своим, так сказать, умением и таким, знаете, как учителя умеют. Учитель — это вообще человек от Бога, поэтому, ну, как бы так, как наставник. Дай Бог этой прекрасной женщине здоровья, и чтобы мы могли многие годы черпать от нее ту энергию, которая от нее исходит. Это очень важно. Вы знаете, рядом с Ниной Фоминичной я скоро, наверное, как говорится, ну, не всех, но вот Оля Сергеева, Нина Фоминична, Оля и Света Сергеева, Нина Фоминична, бабушка Женя, которая живет рядом, тоже как бы немножко помогли, потому что тоже бабушка теряет зрение, рядом с ней была дочка, зять. Тоже зашли к ним в гости, тоже как бы немножко помогли. Людям нужно помогать, потому что, в общем-то, для этого фонд «Творю добро», в общем-то, и работает сегодня в 139-м округе. И он и создан именно для того, чтобы помогать людям. И для меня очень важно, что эти прекрасные две женщины, соседки, ну, наверное, как-то между собой, наверное, общаются. Во всяком случае, очень-очень-очень добрые, очень такие сияющие женщины, несмотря на то, что каждый по-своему болеет, но это и возраст, это и все те, как бы, ну, моменты. Все мы не молодеем. Многие думают, что время придет, но, к сожалению, время уходит. Поэтому таких людей нужно приходить, слышать, учиться, знать, понимать и любить. Вот сердце к сердцу — это самое главное, то, что сегодня может быть.